Здравствуйте, мои хорошие! Я Алла, и вы на моем канале «Просто так». Сегодня я предлагаю вместе со мной сшить вот такую оригинальную вещицу. Органайзер, косметичка или просто пенал на два отделения. Что ж, кто со мной? Поехали! Так, дорогие мои, все очень просто. Вырезаем из джинсовой ткани два кусочка размером 29 на 15. Я вот, видите, из брючек вырезала кусочек, где была отделочка такая, чтобы использовать ее в нашем изделии. Затем 4 кусочка размером 29 на 12. У меня очень сыпучая ткань, поэтому я ее проклеила флизелином тоненьким. Вот такой вот кусочек 29 на 4. Две молнии нам понадобятся. Но они, видите, чуть больше, чем наши кусочки. Все очень просто. Берем один лоскуточек, прикладываем молнию, прикладываем нашу подкладочку, это будет подкладочка, скалываем, прошиваем, затем выворачиваем вот так вот и прошиваем по лицевой стороне. После этого берем нашу полосочку, пришиваем ко второй стороне молнии, выворачиваем. Давайте это сделаем, я покажу, что будем делать дальше. Я прострочила эту детальку. Вот так у нас она получилась. Точно так же я сделала вторую деталь. Пришила изнанку, здесь прострочила. Теперь эту деталь нужно соединить с этой. Как мы это делаем? Лицо к лицу пришиваем по срезу. Сейчас я пришью, и мы дальше будем собирать наше изделие. Вот так должно получиться. Вот так у нас все получилось. Такая изнанка. Теперь нам нужно к вот этим частям молнии, где не пришита изнанка, пришить вот эти две части. Смотрите, лицом к лицу пришиваем к одной части молнии. И вот здесь еще молния у нас, вторая молния. К ней также лицо к лицу пришиваем вторую часть нашей изнанки. У нас должна получиться вот такая вот картинка. С лица понятно, с изнанки вот эта часть, две части, которые мы сейчас будем пришивать. Я сейчас пришью, и нам станет все ясно и понятно. Вот такая получилась у нас деталь. Теперь нам надо вот эти лицевые стороны соединить вот таким образом. Соединить. И прострочить по этой стороне. Затем приступаем к вот этим частям. Соединяем. Вот здесь у нас получится одна часть изнаночки и вторая часть изнаночки. Соединяем. Вот здесь внимательно возле молнии. Вот таким образом.
прострачиваем по периметру, оставляя здесь расстояние для выворачивания нашего изделия. Точно так же поступаем и с этой частью нашей изнанки. Соединяем. Вот здесь возле молний будьте внимательны, аккуратненько. И также прострачиваем, отступая расстояние для выворачивания. Давайте это все сделаем. И затем я покажу, что будем делать дальше. Ну вот, мы прошили детальку одну, основная деталь. Это наши подкладочные части тоже прошили. Теперь я на подкладочках, вот на этой части, на этой, отмечаю уголочки. 3 сантиметра со стороной 3 сантиметра. Вот таким образом. 3. На подкладочных частях отмечаем уголочки. 4 уголочка получится. Ну и теперь, конечно же, что нам нужно сделать? Нам нужно эти уголочечки вот так вот раскрыть и прошить. Вот так прошить. 1, 2, 3, 4. Уголки прошиты. Обрезаем лишнее. Так вот, обрезали. Теперь переворачиваем нашу конструкцию. Нам нужно сделать вот такую полоску ткани. Она у меня где-то 24 сантиметра. Ну, ширина где-то 5-6 сантиметров можно взять. Затем прошиваем, загинаем бочка, прошиваем по краям, разрезаем. Это будут петельки, с помощью которых нам будет легко и просто открывать нашу косметичку. Тут прошиваем. Теперь смотрите, что мы дальше делаем. Вот у нас получилась такая сумочка, да? Нам нужно аккуратненько найти серединочку. Вот здесь у нас серединочка. Затем вот эти уголочки вот так вот мы должны развернуть. Ой, нет, наоборот. Вот эти изнанка, там, где изнанка. Вот так вот развернуть. И вот здесь вот так прошить. Но прежде чем мы будем прошивать, мы должны вот эти петелечки вот вставить между молнией и нашей сумочкой. Вот здесь, здесь и здесь, вот там, где молнии вставляем. Здесь вот так разворачиваем, да, и прошиваем с двух сторон нашу косметичку. Здесь. Здесь тоже так вот разворачиваем, соединяем с серединочкой, вот эту часть соединяем с серединкой и прострачиваем эти бочка. Затем
Нам нужно будет вывернуть через вот эти отверстия нашу сумочку, и она будет готова. Вот так вот я прошила с одной стороны, с другой стороны. Все лишнее обрезаем. Еще я вам забыла сказать, что прежде чем вывернуть нашу сумочку, нам нужно уголочки на основных деталях сумки также зашить. Вот эти уголочки также зашить. Так, отмечаем, а потом так вот разворачиваем. Так вот разворачиваем. И здесь аккуратненько прошиваем каждый уголочек. Здесь, здесь, здесь и здесь. Разворачиваем и прошиваем. Вот такой симпатичный пухлячок у нас с вами получился. Завершая работу над нашим изделием, я бы хотела внести некоторые корректировки. Дорогие мои, когда вы будете делать подкладочку и зашивать уголочки, зашивайте уголочки не 3 сантиметра, а 4-4,5, потому что подкладка внутри собирается и получается не очень удобно. Также, когда будете зашивать уголочки на внешних деталях, прошивайте их так, чтобы они были с изнаночной стороны близко расположены к молнии. Вот такие вот некоторые корректировочки. А сейчас наша косметичка, сумочка, пенальчик, как угодно можем назвать, готова. Мы можем сложить сюда различные вещицы. Все красиво, удобненько, аккуратненько. Порядок в нашей сумке большой нам гарантирован. Ну вот и все, дорогие мои. Если мое видео оказалось вам полезным, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, будет очень интересно. Пока-пока!